Так, накануне кремлевский диктатор Путин заявил о возможном пересмотре ядерной доктрины. Говорил он об этом в ходе заседания Совета Безопасности Российской Федерации. Путинский говорящий рот Песков сегодня уже заявил, что это нужно считать определенным сигналом для Запада. Но это абсолютно очевидно. Особенно после неудачных испытаний баллистической ракеты «Сармат» Путину необходимо реабилитироваться, в том числе для того, чтобы сорвать возможное разрешение на удары западным дальнобойным оружием по территории Российской Федерации. Как заявил Песков, это сигнал, который предупреждает эти страны, западные, о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными. Путин предложил накануне рассматривать в качестве причины для нанесения ядерного удара агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства, которое включает в себя удары, в том числе беспилотными летательными аппаратами, ракетами и так далее. Это абсолютно очевидно. Путин специально подогнал это под ситуацию с возможным предоставлением Украине права наносить удары западным дальнобойным оружием. Впрочем, в Вашингтоне уже, кажется, нашли выход из этой ситуации, о чем я расскажу далее. Также Пентагон пытался предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором. Однако, как об этом пишет телеканал NBC News со ссылкой сразу на трех источников, администрация Белого дома отклонила соответствующий запрос американских военных. Фосфорные боеприпасы представители Пентагона рекомендовали включить в том числе в последний по времени пакет военной помощи. Однако администрация Байдена не одобрила рекомендацию из-за, как они пишут, предрассудков, которые связаны с белым фосфором, который Россия, кстати, активно применяет на фронте, незаконно применяет, в том числе и против мирного населения. Известно о том, что Соединенные Штаты использовали фосфор в ходе войны во Вьетнаме и последний раз официально использовали его в Ираке 20 лет назад, в 2004 году. Американские военные, как отмечает телеканал NBC, используются белым фосфором для создания, в первую очередь, дымовых завес или для освещения на поле боя. Однако белый фосфор известен, в первую очередь, поскольку он способен воспламеняться, гореть в том числе и в водной среде и вызывать сильнейшие ожоги. Он прожигает и одежду, и прожигает кожу, нанося серьезнейшие увечья. Украина неоднократно фиксировала российскими оккупантами применение белого фосфора, в том числе это было и на южном направлении, и в районе Бахмута, в том числе в 2022-2023 годах. Также об использовании российской армии фосфорных боеприпасов против украинских военных заявляли представители мэрии Мариуполя в 2022 году, в мае 2022 года. В частности, это было на Азовстале в Мариуполе. Тем временем НАТО готовится к возможному началу Третьей мировой войны. Это уже не слухи, это уже официальная информация. Об этом заявил генерал-лейтенант Александр Зольфранк, глава командования НАТО по логистике. Он заявил, что такая война может развернуться на обширном поле боя и привести к серьезным потерям в личном составе для НАТО. Зольфранк заявил о том, что из-за возможности использования российских военно-космических сил воздушная эвакуация военных членов стран НАТО будет слишком опасной, поэтому необходимо использовать санитарные поезда. Также страны НАТО работают над тем, чтобы унифицировать медицинские правила. Они называют это созданием военно-медицинским шенгеном. Он должен в первую очередь предоставить возможность перелоцировать сильнодействующие препараты, обезболивающие препараты, которые необходимы для стабилизации раненых на поле боя. Медицинская эвакуация в том числе отрабатывалась в ходе крупнейших учений этого года, которые проходили под эгидой НАТО, называется NATO Steadfast Defender 2024, в котором приняли участие практически 100 тысяч военнослужащих стран, входящих в Североатлантический блок. Принимали участие более 50 надводных кораблей, авианосцы, эсминцы, порядка 80 самолетов, вертолетов, беспилотников и более 1000 боевых машин. Одним словом, подготовка идет, и о ней также заявлял министр обороны Борис Писториус,
который заявил о том, что в ближайшие 3-5 лет страны НАТО должны быть готовы к возможной войне с Российской Федерацией. Кстати, Бориса Писториуса называют в качестве одного из возможных кандидатов на должность следующего федерального канцлера Германии в случае, если недоверие к нынешнему правительству Олафа Шольца достигнет критической точки. Накануне я рассказывал, что согласно опросам Шольц умудрился настроить против себя и сторонников дальнейшего предоставления Украине военной и финансовой помощи, и противников соответствующих. То есть Шольцем сейчас недовольны все. И те, кто выступает за продолжение боевых действий, и те, кто выступает за немедленное перемирие с Россией. Так вот, Борис Писториус является одним из ключевых кандидатов в качестве, возможно, следующего федерального канцлера. Ну, здесь я никаких оценок давать не буду, еще раз повторю, поскольку и Олаф Шольц при его достаточно неровной политике, тем не менее, смог добиться того, что Германия является одним из ключевых украинских спонсоров, в первую очередь, и военной помощи, и экономической помощи, передача в последнем пакете систем IRIS-T, немецких очень, которые эффективная система ПВО, которые себя зарекомендовали в условиях защиты украинской инфраструктуры. Это фактически также является его личным результатом. Тем временем, как пишет издание, правое американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, администрация Байдена обеспокоена тем, что план победы Зеленского не имеет комплексной стратегии и представляет собой, цитата, переработанную просьбу о предоставлении большего количества вооружений и снятии ограничений на ракеты большой дальности. Высокопоставленные чиновники Белого дома заявили Wall Street Journal, что план не предполагает четкого пути к победе, особенно с учетом нынешней ситуации на фронте. Один из опрошенных чиновников Белого дома заявил, что я не впечатлен, не так уж много нового. Также представители республиканской партии в Конгрессе обратились с письмом к администрации Белого дома с требованием предоставить план американской, уже теперь американский план победы в войне Украины против России. Они хотят добиться все-таки формального признания администрации Байдена, своих обязательств, своих планов, но с очевидной целью для того, чтобы их мог начать обсуждать и, соответственно, критиковать кандидату от республиканцев Дональд Трамп. Здесь мы имеем сразу несколько скандалов. Ну, первый из них — это то, что накануне спикер Нижней палаты Конгресса, Палаты представителей Майк Джонсон, который сыграл ключевую роль в предоставлении пакета военной помощи на сумму свыше 60 миллиардов долларов для Украины. Тем не менее, сейчас Джонсон выступил с резкой критикой и с требованием, которое, в принципе, уже многими рассматривается как недипломатичное заявление. Он напрямую потребовал от Зеленского, написал ему письмо. Я опубликовал его на своих страницах в соцсетях. Вчера это было приблизительно в 10 часов вечера по киевскому времени, в 22:00. И он потребовал уволить посла Украины Оксану Маркарову. Причина этого, он заявил, в том, что республиканская партия, лично он, Джонсон, недовольны организацией визита Зеленского на предприятие по производству артиллерийских боеприпасов в Скрентоне, это штат Пенсильвания, это один из так называемых swing states, колеблющихся штатов, который определит победителя следующих выборов. Пока, согласно опросам, с небольшим перевесом здесь выигрывает Камала Харрис. Однако ситуация может поменяться, ситуация нестабильная. И поскольку один из ключевых штатов, который определит итоги и судьбу выборов в США 5 ноября, Зеленский отправился сюда по приглашению американской администрации, полетел на официальном военном самолете ВВС США, встретился с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, сенатором Бобом Кейси и членом Нижней палаты Конгресса Мэттом Картрайтом. Все они являются демократами. Именно в том, что не были допущены и приглашены представители республиканской партии на это мероприятие, которое Джонсон назвал партизанским предвыборным мероприятием, которое организовала Маркарова. И он говорит о том, что республиканцы возмущены тем, что это предвыборное мероприятие прошло без представителей республиканской партии. И Зеленский, по сути, агитировал за кандидата от демократической партии. Поскольку Шапиро, напомню, недавно рассматривался в качестве возможного. Он был одним из топовых кандидатов на
должность вице-президента в паре с Камалой Харрис, однако в итоге она избрала Вальца, хотя Шапиро продолжает оставаться одним из ее самых ярых сторонников и популярных, надо сказать. Пенсильвания штат очень сложный, долгое время он поддерживал республиканцев, и только сейчас с победой Шапиро, очень достаточно сложный, но тем не менее Шапиро яркий кандидат. Он, безусловно, в случае победы Харрис получит предложение перейти в правительство. Говорят о том, что, возможно, это будет должность одного из ключевого членов кабинета Харрис в случае победы, государственного секретаря США. Вот. И поэтому Шапиро одна из самых раздражающих фигур в лагере. Харрис для республиканцев как красная тряпка для быка, именно поэтому... Поскольку в Пенсильвании значительное количество иммигрантов, уже американцев, натурализированных граждан Восточной Европы, в первую очередь поляков и украинцев, республиканцы указывают на то, что эта агитация на территории штата Пенсильвания, предвыборный митинг, как его назвал практически, партизанский митинг, как его назвал Майк Джонсон, он сыграет на руку демократам, сыграет на руку Шапиро, сыграет на руку Харрис. И Маркаро обвиняет в том, что она не пригласила туда. Хотя понятно, что мероприятие проводилось на территории завода. Это не была исключительно только ее задача. Этим должна была заниматься и местная администрация, и губернатор, в том числе Шапиро. Но факт остается фактом. Есть формальный повод для претензий. И, надо сказать, основания для этих претензий есть, безусловно. Вот. Теперь вопрос заключается в том, поменяет ли Маркарову. Пока что ни посольство, ни офис президента не комментировали эту ситуацию. Тем более в дипломатической практике никто не меняет посла накануне выборов. Посла меняют всегда после президентских выборов. Так всегда происходит. Приходит в любом случае новая администрация. Байден не останется. Это будет либо Трамп, либо Харрис. И вот только тогда, как будет назначен, избран, точнее, новый президент США, только после этого будет назначен посол. Опять же, по согласованию с принимающей страной. Никто сейчас менять, я говорю, исхожу из чисто формальных дипломатических канонов, менять Маркарова в этот момент не имеет смысла, поскольку если ее сейчас уволить, прислать нового посла, это посол, ну, опять, на несколько месяцев. Это бессмысленно, а оставлять временного поверенного в делах Украины, это сразу понижение статуса дипломатической миссии в критический момент. Поэтому еще раз повторю, это вопрос практической целесообразности, что сейчас посол Маркарова в ее нынешнем статусе, она важнее сейчас в Вашингтоне, как минимум до момента президентских выборов. В любом случае ее поменяют. Она находится на своей должности с 2021 года, то есть следующий год, это уже будет 4-й год ее каденции. Ее и так или иначе в любом случае поменяют. Что касается Трампа. Ну, с Трампом все намного сложнее, поскольку Трамп выступает уже с прямыми обвинениями в адрес президента Зеленского. Он раскритиковал, в частности, интервью президента левому журналу, леволиберальному журналу «Нью-Йоркер», один из популярных в среде, скажем так, демократов и вообще левых в США. В нем президент Украины Зеленский раскритиковал заявление Джей Ди Венса, кандидата в вице-президенты от республиканцев, и также выразил сомнение в том, что план Трампа до конца им понятен. Как заявил в издании «Нью-Йоркер» Зеленский, цитата: «У меня такое ощущение, что Трамп в действительности не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает». На что Трамп тут же отреагировал на предвыборном митинге, он заявил: «Президент Украины находится в нашей стране и делает маленькие неприятные выпады в адрес вашего любимого президента». Это он о себе сказал. Кроме того, выступая на митинге по итогам визита Зеленского на артиллерийский завод в Пенсильвании, Трамп заявил следующее, цитата: «Украины больше нет, это больше не Украина, невозможно заменить эти города и села, мертвых людей, такое количество мертвых людей, любая сделка, даже самая плохая, будет лучше, чем то, что мы имеем сейчас». Кроме того, Трамп назвал на этой неделе, снова он это говорил ранее, Зеленского величайшим продавцом в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает с 60 миллиардов долларов. Он заявил, что мы продолжаем давать миллиарды долларов
тому, кто отказывается заключать сделки, Зеленскому. Любая сделка, которую он может заключить, будет лучше той ситуации, которая есть сейчас. А сейчас есть страна, которая уничтожена. Это, естественно, об Украине. Ну, собственно говоря, уже, к сожалению, можно только констатировать, что Украина вновь стала темой для обсуждения американских президентских выборов. И более того, это будет сейчас предмет, который будет активно использоваться обеими сторонами. Для нас это, будем так сказать, корректно не самая лучшая ситуация, которая нас втягивает, помимо нашего желания, в совершенно ненужную дискуссию представителями двух штабов. Украина должна всегда оставаться равноудаленной от всех кандидатов в президенты, от всех партий, с понятной, абсолютно прагматичной целью – сохранить двухпартийную поддержку. Мы никоим образом не должны вмешиваться или каким-то образом комментировать ход американских выборов для того, чтобы сохранить ровные и равные отношения с обеими партиями Конгресса, демократами и республиканцами. Тем более, что даже если победит представитель одной партии, Трамп или Харрис, судьбу в любом случае выбора будет решать не только это, а также тот, кто будет контролировать большинство в Сенате и в Конгрессе. А с учетом midterms, промежуточных выборов, это может оказаться любая партия. И даже если президент, например, будет республиканец, палату Нижнего Конгресса могут контролировать демократы. И наоборот, если придет демократка Харрис, Нижняя палата останется в руках республиканцев, как сейчас. Одним словом, вот именно поэтому мы обязаны сохранять ровные отношения со всеми. Если этого не произойдет, мы понимаем, каким последствиям вся эта ситуация способна привести. А пока это все происходит, идет кампания. Зеленский объявил предоставление Соединенными Штатами пакета военной помощи на сумму 7,9 миллиардов долларов. Новые санкции против России. Новый пакет военной помощи включает в себя, в первую очередь, дополнительную батарею ПВО «Патриот», системы противовоздушной обороны и перехватчики, ракеты большой дальности, боеприпасы класса «воздух-земля», беспилотники. И самое интересное, Байден уже анонсировал предоставление Украине, их ранее об этом не сообщалось, крылатых авиабомб класса «воздух-земля», Joint Standoff Weapon, или сокращенно JSOW. Эти крылатые авиабомбы, по сути управляемые КАБы, имеют задекларированную массу полтонны, 500 килограммов, то есть это достаточно серьезный объект. Кроме того, при задекларированной дальности около 100 километров они могут быть дополнительно улучшены. И по сути, как пишут военные эксперты, превратиться в крылатые ракеты. Ну, это, скажем так, конечно, метафора. Они не станут крылатыми ракетами. Но по факту, если на них ставится дополнительное оперение, они получают неограниченные, не уточняется, опять же, соображение секретности. То есть они могут лететь не на 100, а на несколько сот километров. Насколько конкретно, не сообщается. Ну, то есть это выходит за рамки тех самых крылатых ракет, благодаря которым Путин, как он сказал, он пересмотрит ядерную доктрину и может рассматривать основания для нанесения ядерного удара. Так вот эти бомбы не подпадают под это определение. О бомбах Путин ничего не говорил. Беспилотники, да, ракеты, да, про бомбы ничего не говорил. То есть это можно рассматривать как своеобразный выход, который нашла администрация Байдена. Белый дом предложил для того, чтобы усилить возможность нанесения дальних ударов без предоставления Украине возможности нанесения американскими крылатыми ракетами. Ну и, наконец, критика в адрес мирного плана Китая, которая также прозвучала. Об этом говорили представители украинской делегации. Как пишет издание «Политика», Китай тайно продвигал на Генассамблее ООН свой план, который предполагает не допустить поражения России в этой войне. Китай активно склоняет на свою сторону страны Латинской Америки, Азии, Африки, глобального юга. И представители украинского дипломатического корпуса работают против этих планов Китая. Президент Зеленский назвал мирный план совместный Китая и Бразилии деструктивным. Он сказал, что бразильско-китайская инициатива больше пророссийская. Ну а тем временем мы получаем все больше свидетельств, что Китай ведет двуличную политику. В частности, Reuters, ссылка на два источника в разведке стран ЕС, не уточняется каких.
по всей видимости, точнее, не ЕС, а Европейской Европы, по всей видимости, одна из этих разведок британская, как мы понимаем. Россия создала на территории КНР производство ударных беспилотников большой дальности для применения против Украины. В частности, этим занимается дочернее предприятие оружейного концерна «Алмазантей» и Ижевский электромеханический завод «Купол». Это предприятие профильное, которое занимается подобными разработками. Сообщается, что дальность ударного беспилотника под названием «Гарпия-3» составит до 2000 км. Полезная нагрузка, которую он способен нести, до 50 км. МИД Китая в ответ на просьбу прокомментировать заявил, что не располагает соответствующей информацией о проекте, заявив, что в Китае действуют якобы строгие меры контроля за экспортом беспилотников. Также сообщалось, что Китай разрабатывает для России ударный беспилотник, аналогичный иранскому «Шахеду» под названием «Санфлауэр-200». Он очень напоминает по, скажем так, своим контурам и по хвостовому оперению на «Шахед-136». Одним словом, Китай не комментирует, а вот Россия может быть тайно, естественно, при помощи непосредственно Китая занята производством таких ударных беспилотников. Одним словом, двуличная политика, это так еще мягко сказано. Ну, такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день. А вы берегите себя, подписывайтесь на канал, лайкайте, шерьте, комментируйте трансляцию. Не забывайте рекомендовать видео друзьям и знакомым. Спасибо всем спонсорам, партнерам и друзьям канала за вашу неоценимую поддержку. Напомню также, что у нас действует возможность раннего предосмотра ряда видео для спонсоров канала, так что можете и воспользоваться, став одним из них. Берегите себя, друзья. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец, друзья. До новых встреч. Пока-пока.